Площадка, принимающая эти соревнования, один из главных центров для мини-гольфа в России. В 2010 году здесь прошли первые в истории нашей страны крупные международные соревнования. Здесь же проходили юниорское первенство мира и юниорский кубок наций по мини-гольфу. В нынешних соревнованиях участвует 41 спортсмен из 7 регионов России. В их числе 6 спортсменов из Крыма. Краснодарский край представлен участниками из Краснодара и Сочи. За Сочи выступает... Насколько мне известно, сейчас двое спортсменов, но это очень сильные спортсмены, которые неоднократно были призерами всероссийских юниорских соревнований. И я думаю, что у них есть шанс побороться за призовые места. Но борьба будет весьма упорной. Это только с виду гольф – тихий вид спорта. Спортсменов обуревают страсти. Признаются, к победе стремятся все. Я занимаюсь гольфом примерно 6 лет уже. В школе нам когда-то повесили объявление, что набирается группа на мини-гольф в лицее. И мы решили сходить с братом туда, попробовать, потому что это необычный спорт. На будущее я надеюсь улучшить свои результаты и добраться до первых мест. Сегодня только первый день соревнований. Победители первенства станут известны в воскресенье. А в конце мая планируется открыть первоклассную площадку для мини-гольфа в Олимпийском парке. Галина Моисеева, Кира Тимошенко, Борис Осин, телекомпания ФКТ.